на то, что не самый большой опыт международных стартов. Маргот Бойдер и Лорен Ван Риссен. Ну, личный рекорд Маргот, вы видите, 1.14.17, в этом сезоне 1.15.55. Рекордсменка Голландии в спринтерском многоборье. И Лорен Ван Риссен, успешно достаточно выступавшая и в том числе на этом этапе Кубка мира на дистанции 1500 метров. 1.16.70 в Херенвене, 1.14.21 в январе 2012 года в Калгари в качестве личного рекорда. То есть личные рекорды у Бойера и Ван Риссен примерно одинаковые. Теперь остается определиться, кто из них выиграет этот спор. Маргот Бойер немножечко повыше, немножечко так повытянутее, что ли. Лорен Ван Риссен чуть-чуть пошире, поплотнее, что ли. Разбег из 1.18, и для голландок это неплохо. Маленький сбой у Маргот Бойер. Почище, потехничнее, что ли, по аэродинамичнее работает на прямой Лорен Ван Риссен. Хорошо сидит в посадке. Маргот немножечко расшатала. Но Маргот четвертой была на Олимпийских играх на 500 метров, шестой на 1000 метров. То есть это спортсменка высокого уровня. Всегда она претендует на самые высокие места. Вчера стала призером на дистанции 500 метров. Четвертое место, по-моему. Да, четвертое место. Чуть-чуть ей не хватило до призовой позиции 0,06 секунды. Ну и здесь пока Маргот Бойер немножечко впереди. И на финишной прямой не сбрасывает. Одна скорость, 1.14.36 и 1.15.41 у Лорен Ван Риссен. Ну, Лорен, кстати, тоже, как и нашим девушкам, возможно, еще предстоит стартовать на дистанции в забегах в командной гонке за голландскую сборную. Я не хочу сказать, что экономят силы и где-то зажимаются спортсмены, но где-то подсознательно, может быть, и есть такие мысли. Но вот момент на переходной прямой. Да нет, никак. Лорен Ван Риссен не помешала Маргот Бойер. И та уверенно закончила.